Кук-комар прилетел! Я тебя сейчас убью! Я его бутылка, а он шевелится. Фу! Йоу, disgusting! Ой, знаешь, иди туда, там живет паучок, он тебя примет в гости, и вы можете это, чаю попить. Вот там вот паучок на бонсае живет. Иди туда, летает тварюшка. Всем привет! Здорово. Помните, я там это вам обещала на 450 тысяч подписчиков следующий ролик про лайки. Сегодня будем опять заходить на прекрасную платформу лайки. Я уже подготовила. Прекрасная. Кстати, увидел, ребята, ответили вы на мой вопрос, хотите ли, было бы вам интересно, если бы я сделал выпуск, посвященный лайки, скажем так вот, реакт на тему, как я это назвал, да, по сути, это оно и есть реакция на тему, в данном случае на лайки и все, что там происходит, понимаешь, чтобы я созрел к этому, к какому-то времени созрел и сделал это, услышал в процессе созревания, я теперь как бы понял, что это интересно, наверное, вам, поэтому попробуем. Попробуем. Готовилась. Вот, это моя защитная каска. А это еще моя. Мне очень помогают устанавливать защитная каска глаз. Здоровую связь с инопланетной формой жизни, поэтому я сегодня буду вот так вот сидеть. Как большие. Как обычно, я вам сейчас... Жизнь, они огромные, эти наушники. Но они легкие. Покажу свои носки. База, классика, стандарт. Не изменяем классики, не на секунду. Не на секунду. Короче, я сегодня очень довольна, потому что носки идеально подходят к моему кардиганчику. А у меня носки подходят и к футболочке, значит, и к очочкам, и к волосам, и к бровям, и к бороде. Ну просто стиль, а не человек. К моим ушкам. Все, дорогие, пристегиваемся. Я начинаю устанавливать контакт с инопланетной формой жизни. Так, подожди, а шапочка из фольги? А шапочка из фольги взял кто-нибудь? Вы готовы? Нет, я шапочку из фольги не взял. В следующий раз возьму. Еее, челленджи веселые! Ха-ха-ха! Я вам показывал? Тоторо, тоторо, папара, тоторо, тоторо. Тору. Кайфовая. Мне прям нравится. Ха-ха. Жизнь, это веселая девчонка. Жизнь. Ну, вот знаете, когда первый раз смотришь на этот видос, кажется, что oh my god, she's so cold. Such bad girl. Such cold? Cold или cold? Но это все холодное? Это ускорение трека на фоне. А вы представьте, как это все выглядело в жизни. Я больше того скажу, это и не в реальной жизни выглядело достаточно хуёво. И с треком, и ускоренное, это выглядело плохо. Так что я бы не сказал, что оно, знаешь, типа, вау, как это круто! А в реальной жизни, наверное, не так круто. Так, ну не ломай лампу. Чокнутый! То ощущение, когда ты просто интерьер для настоящего паркуриста. Классический пердёж от бридж. Жизнь старается. Иди, пока не поздно, к психиатру. Мне жалко бабушку, на которую она повесилась. На бабушку повесились. Вы не переживайте, она над бабушкой скорее как проницательно, как такой тарзан. Реально, блин, задела бабушку, вот тварь. Вот так вот пролетела. Но по факту-то у бабушки сколько историй будет. Она потом придет к своим подружкам, столько расскажет, какой у нее был ужасный день в трамвае. Столько они обсудят молодежь, и куда же этот мир, сука, катится? Боже, яки кончени. Боже, тебе в психушку надо. Боже, тебе не... Боже, я уж, по-моему, как ты говорил, когда я читаю «Боже», во-первых, у меня всегда в голове это «Боже», в комментариях, или где-нибудь в интернете, в тексте. В комментариях, когда комментарий начинается с «Боже» или «О, Боже», я всегда... О, Боже! У меня всегда представляется какой-то итальянец, который... О, Боже! Не стыдно? Бесишь уже. Ты такая убогая. Жесть, буллинг какой жесткий пошел, да? Смайлик, сердечко. Ну ладно тогда. А какую эмоцию закладывал автор, когда писал этот комментарий? Он не определил. Ты такая убогая. Я тебя так ненавижу. Ну ты, конечно, и конченая мразь.
лови, 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 лови. И ты, опа! Это что, любовь или презрение? Топ. Раскрепощенность на высоком уровне. Да, все по-настоящему раскрепощенные люди, когда заходят в автобус или в вагон, начинают сразу... Знаете, где еще раскрепощенный уровень? Это, знаешь, типа в этом, в зоопарке. За стеклянной стеной, где мартышки прыгают. Ебать, они раскрепощенные. Вот прям позавидуешь. Бегать. Танцевать. Ее, раскрепощение. Или когда ты в банк приходишь, сразу начинаешь... Их ничто не ограничивает. У них нет внутренних зажимов, понимаешь? Танцевать тектоник, чтобы показать свою уверенность в себе. Кстати, вот этот тренд быть bad girl в лайке. А есть такой тренд? Очень-очень даже популярен. И чего там детеныши только и не снимают. Детеныши. Блин, почему всегда вот этот кринж, он такой, типа, мешает другим людям? То есть, типа, почему это всегда должно быть что-то суперобщественное? Ну, типа, делай дома, просто вот в закрытой комнате своей, и нормально в целом. Ну, как бы, ладно, кринжуй так кринжуй. Почему это всегда должно быть какое-то публичное место? Должен быть кринж на всеобщее обозрение. Как будто это вот обязательное условие подобных штук. Я когда смотрю эти лайки, мне... Единственное, себе в голову приходит прикольный момент, что типа спустя какое-то время, ебать, они будут кринжевать с этого. Вот сами же, сами, кто это делал, я уже говорил, они просто вот так вот. Не дай бог, это кто-то увидит. Ну, потому что они просто повзрослеют. Нет, это не лайк. Наверное. Охранник ТЦ меня бьет! Драка с охранником! Бедный охранник. Он не только получил травму психики, но его еще и оклеветали на весь лайки. На весь лайки. О, это вкусная штука, кстати. Знаете, что грустно? Как-то раз ты сидишь, снимаешь видео. Ну, вот, вроде бы... Я думаю, это постановка, ребята. Постановка. Постановочная. Постановочная стремянка. Прикольно получилось. Забавно. А потом внезапно на тебя падает лестница. Ты сидишь и негодуешь. Думаешь, ну как так? Ну что за несправедливость? Тупая лестница. Но ты все равно потом решаешься выложить ролик, потому что ты очень старался. И оказывается, люди любят больше лестницу, а не тебя. Я хотел, чтобы все это увидели. И все такие, когда еще лестница упадет на тебя? Где моя стремянка? И все комментарии во всех следующих видосах. Это не стремянка. Я подписывался на стремянку. Где стремянка? Уже не так, как было раньше. Стремянки нет. И этот ролик залетает именно из-за этой тупой лестницы. Что ты будешь потом делать? Мне кажется, что нормальный человек не... Кстати, это идея для ТикТока или лайки. Теперь как бы он всегда все должен делать так, чтобы заканчивалось тем, что на него падает лестница. Звучит максимально тупо, согласен. Ну, хайпово. Да не такая... Блин, ну это типа на уровне типа, который с этих... С лестницы спускал всякие банки, они лопаются, и потом он еще какие-то банки спускает, потом еще что-то, и бутылки там спускает, и это как бы, ну, это прям тиктоковый прям такой контент. Вот это тоже, ребята, попахивает тиктоковым контентом, просто снимаешь что-то серьезное, может быть, несерьезное, но каждый раз лестница падает тебе на голову. Парень со стремянкой. Вот как тебя будут звать. Очень хочешь, чтобы на него постоянно падала лестница. Это же все-таки больно и голова болеть будет. Но не этот парень. Его видос с падением лестницы настолько сильно залетел, что он не придумал реально ничего лучше, как построить на это... Да! Этот парень был из тех, кто знал, что такое ТикТок. Смотри, 120, 340 тысяч. Я знал, ребята, я знал. Я увидел потенциал в этой стремянке, в этом парне. Они гармонируют. Его голова и стремянка. Весь свой контент. Ну, у него сколько? Сейчас у него там по-любому лям подписчиков. Минимум. Минимум. Да? Сколько? Сколько у него подписчиков? Я просто очень надеюсь, что с головой все в порядке. Так, секундочку. По-моему, кто-то пытается выйти со мной на связь. Тор? Интеграция? О боже, это интеграция вышла на связь. Подожди. Это сама... Так, погоди. Нравится тут реакции. А на Бусти их еще больше. Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. Знаете, я
когда крашу губы, я тоже иногда так сильно кайфую от запаха, что ладно, у меня... это еще можно перетерпеть. Такой контент, он типа такой, юморной, как бы, типа. Хочется ее съесть. Не, лучше я ее сохраню. Не хавай. А дальше почему-то... Блин, это как мыло, которое вкусно пахнет. Есть такое мыло. Магазинчик, как в ТЦ идешь, и там прям есть специальный такой маленький магазинчик, где продается всякое вкусное мыло. Ты проходишь такой... Опять жрать. Лайк, ты решил, что мне... Опять жрать мыло. Будет очень интересно посмотреть на видео, где дети притворяются... Я в 5 лет притворяюсь... Рьяный? Я в 11... Рьяный там было написано? Притворяюсь рьяный? Лет притворяюсь... Трезвый. А, пьяный! Это нормально, ты не напишешь. Я думаю, рьяный, в смысле рьяный? Что значит, как, что значит вообще притворяться рьяный? Пьяный. Пьяный было написано. Рьяный. Какой же бред. Как вообще можно притворяться рьяным? Это прям интересно даже, если честно, такое показать. Ну, ребят, чего уж тут сказать. С кем? Вот так как-то. Достаточно рьяно. Не бывает. Жизнь, она такая, да, в 11 лет. Жиза. Жиза. Видите, сколько таких же людей, которые были в подобной ситуации. Много, это актуальная проблема. Я клянусь мамой, что лайкну это видео и подпишусь. Поклялась, выпал. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вы были пойманы за руку. Няй. Угорл. Ну, знаете, хуже этой подписи может быть только... Не читай главное вслух. Вот поэтому никогда не читай, ребят, не читайте никогда вслух надписи. Если вы прочтете в надпись вслух, то вам придется лайкнуть и подписаться. Отправь это видео 10 друзьям. Оставь лайк. Подпишись на этот канал. Напиши комментарий. А то мы расстроимся. Все. Весь мир, кстати. Если ты этого не сделаешь. Ну, просто как бы держу тебя в курсах, если вдруг что. Твоя. А то я буду очень расстроена. Да? Поэтому не забудь подписаться. Весь мир. Не только она. Весь мир. Весь. Ну, вообще, если что, новый ролик про лайки будет на 550 тысяч подписчиков. Блин, я бы привязал тоже это, наверное, к какому-то количеству. Именно вот то, что я уже рассказывал, сделать отдельный какой-то ролик. Ну, к какому? К какому количеству? Да не, когда-нибудь просто выйдет. Просто договоримся, что когда-нибудь выйдет. Что меня позабавило, так это то, что после таких подписей подписчики сразу же придумали свою индульгенцию. Освобождение от клятвы. 3800 лайков. Ты свободен. Проклятия больше нет. Все улетело. Просто поставь лайк. Ну то есть, что ли, лайк поставьте, чтобы это... Ну, еще раз, чтобы не расстроить весь мир. Сработало. Сакура, при виде Сану. Так, это какое? Это аниме отсылки, что? Я, которая хочет с ним замутить. Вообще, эта девочка очень много снимает про Сану. Это что, это аниме отсылки? Я не понимаю, к чему это? Сану, я до сих пор не понимаю, кто это. Но мне кажется, что к аниме. Этому моменту, после стольких тиктоков, я бы уже этого человека... Попахивает аниме. Просто ненавидела. Потому что он присутствует в моей жизни больше, чем я сама. И может уже пора отпустить? И простить. Ты просто такой, ребята, можно я уйду? Это вот этот мем. Что происходит? Что за детский контент подъехал? Смотри, чтобы это не передалось мне. Ладно, шучу. Если мне очень неловко от этого лайки, я представляю, каково маленьким детям. Ты жирная, честно. Зло. Истинное зло в комментариях. Спасибо. I guess. Честно причем. Ну, спасибо большое за честность, да? Спасибо большое... За честность. Очень приятно за честность. 3290 лайков. Мне так приятно за вас. Честно. Мне нравится это честно. Вашу честность. Бальзам на душу. Была любимая лайкерша? Теперь не очень. Раньше ты была худая и красивей. А теперь что-то немного поправилось. Что-то ты немного поправилась. Сори. Sorry. То есть, если человек не вписывается в ваши параметры худобы, то он не может быть вашим кумиром? Нагадили в душу, но после твоего извинения так полегче стало. Sorry. Да? Почему он тебя выбрал, не понимаю. Ты такая жирная. Чего такие злые? Почему они такие злые? Жирная? Ты же все равно жирная. Вау. Ровное жирное. А, ты думаешь, что жира нет? Сердечко, лайк. Смотри сама.
Бля, они именно не просто злые, они не просто, не, даже не так, они не негативные, эти комментарии, они прям злобно злые, прям такие, прям черт такой. А как жир выпрыгивает. Такая добрая, пассивная агрессия. Старая добрая. Тебя, конечно, люблю, но ты же знаешь, что ты жирная. Мразь ебаная. Ну, просто тут уже знаешь, да, это же факт просто. Это же не отменять того, что... Если ты знаешь, то тогда все хорошо. Иди нахуй. С тобой все эти лучшие подружки. Фу, жиру столько. Ты все равно жирная. Ты же так и так жирная. Прям блевать хочется. Это плохо так писать в комментариях, ребята. Я не знаю, почему люди так пишут. Это так грустно. Нет, на самом деле, это жесть. Это, типа, очень-очень-очень-очень неправильное поведение. Я не понимаю, почему они такие злобные-то, блядь? Откуда они взялись такие злые? Да ты же... Типа, почему? Если... Это, может, и у них такая проблема есть, и они выплескивают эту проблему, или... Почему, блядь, откуда такая злобность-то? Жирная. У тебя складки, но ты не жирная, а полная. Спасибо, ебать, спасибо, нахуй. Спасибо за комплимент. В общем, все 10 764 комментария под видео этой девочки твердят одно и то же. И меня это просто... очень удивляет. Потому что до этого дня мне всегда казалось, что мы живем в самое толерантное время. Ну, Бридж. Ну, просто я думаю, с этим сталкиваются люди, Бридж, у которых, ну, у которых есть вот это вот внешний какой-то момент, за который можно зацепиться, да, и что-нибудь плохое сказануть в этот счет. Вот, типа, эти люди с этим сталкиваются. Люди, у которых этого особо нет, они с этим особо и не сталкиваются, в общем-то. Сталкиваются с другими проблемами, очевидно, конечно, не бывает там без проблем. Но, тем не менее, просто как факт, что просто если есть такие моментики, то ты по жизни и смотришь на мир, наверное, вот так. Что с пониманием того, что как люди могут к этому относиться и как могут высказываться. А когда у тебя как бы этого нет, ну, или и лишнего веса там, и все остальное, и внешка у тебя нормальная, то с этим как бы проблемы не возникает, в общем-то. Но, видимо, я опять ошибалась. А люди злые. Особенно интернет. Интернет же, ну, типа, он, блядь, местечко такое еще. Там, как бы, ко всему могут прицепиться, докопаться. Кастинг! Ну, молодец. Что происходит? Это что? Ну, наверное, она просто поняла, что у него в кармашках еще побольше этого мармелада. Семечки у него в кармашках. Еще даже больше, чем у него во рту. И поэтому... Орешки у него в кармашках. Она решила спуститься в карманы. Яйца. И обыскать их. Ну, к этому шло все. Все, чтобы найти самый чистый и самый вкусный мармелад. Ведь так я все правильно поняла. Ты ничего не поняла. Ничего ты не поняла. Орехи там были. Ух, ебать. Такой, блять, боже, кого я нашел? Она реально ногами дверцу закрыла только что. Блять, ну почему? Почему мне попадаются одни ёбнутые? Что бывшая, бля, языком спускала унитаз? Что это теперь ногами, блять, дверцы открывает? Можно мне просто нормального человека? Вот, знаете, бывает иногда разгрузочный день, там, без еды какой-то, без сладкого, например, мы устраиваем. А можно устроить разгрузочный день для конечностей. Да, хорошая идея, устрою-ка я его себе, только что... Ну, кстати, будет... умение ногой закрывать кран там, или дверь прикрыть, или еще что-то, это тоже полезное, может быть, умение, особенно если у тебя руки заняты, или если у тебя супер грязные руки. Может пригодиться, но не на постоянке же, в конце концов, наверное. Точно не было соблазна протянуть ручку, я усложню себе задачу. Если у тебя все нормально. Фига, Бридж живет в двухэтажном доме. Туда эти дверцы. На нахуй. Туда. Удобно? Кайф. Балдёж. У камеры выросли руки. Настолько она восхищена этим подвигом. Класс. Какой художественный эпатаж. Какие отсылки. Мне кажется, это прям на уровне Ларса фон Триера. Он бы точно оценил. Не, ну это смешная хуйня.
меня, если честно. А что происходит? Только никому не говори! А что это? Что, просто она сидит и просто сидит и все? Блять, сейчас напросил танги, сука, тебя заклинаю. Я не знаю, что только что посмотрел. Тише едешь, дальше будешь. А, вот оно. О чем было-то, оказывается-то? О, ну ладно. А мы не поняли. Так, мы глупые просто. Мы просто глупые. Мы просто тупые, блять. Тупые, кривозубые крестьяне. Ничего не понимаем. Не прокапывайся. Не хвастуйся. Я кисись, Андрей. Я б за ними. Як диджей. Бр-бр-бр-бр-бр-бр. А вы заметили, что... Неправильно было прочитано это. Сейчас. Это у нее под топиком. Честно, я хочу себе такие, когда вырасту. Даже несколько. За красоту и подписку. Девочка, за красоту и подписку. Блин, ну это вот, видишь, это вот не как у той девчонки, которая в бассейне. Несколько? Типа, чтобы их было 4? Извиняюсь, но в чем смысл? Ну так, типа, запасочка. Видео. Автор видео. Извините, пожалуйста, а в чем смысл видео? А тебя ебать не должно. Он другие нашли смысл. Ты что, умный самый? Видео находится в светлой комнате, одетый в зеленую одежду. Зеленый цвет означает произрастание, весеннее единение с природой и надежда и молодость. Вполне возможно, что этим цветом и жестом автор пытался попрощаться с уходящим зеленым летом, а его оранжевые передние пряди приветствовали приход осени. Высовывание языка обычно символизирует грубый жест, и, скорее всего, старый добрый пердёж от бридж. Автор тем самым пытался показать отторжение к всему негативному, что с ним случилось в прошлом. А закрытый глаз символизирует вход в новую жизнь с белого. Ну, я бы не сказал, что закрытый глаз символизирует вход в что-то в новое, в белое. Нет, закрытый глаз — это наоборот история и, точнее, ну, тема, скажем так, комплексов и видения себя. То есть иногда, понятное дело, что у нас у всех есть комплексы какие-то. Какие-то что-то нас волнует в себе. Но иногда нужно закрыть один глаз и дать другому глазу... Сука, это может... Ладно, я могу долго так. Я не буду начинать, а то это долго слишком будет. Долго будет. Не буду, ладно. Но там идея хорошая была, поверь. Связанная с глазом, с его раскрытием. Это пиздец. Чистого листа. Я иногда я себя просто в такие моменты останавливаю, ребят. Вы знаете, в некоторых начинаю, в некоторых роликах этот полет мысли, он может слишком далеко зайти. Иногда я себя иногда не останавливаю, иногда останавливаю. Сегодня я себя остановил. Это должен делать ты. Спасибо. Ой, разъем. Бля, это смешно. Ну ничего себе. Это так срато, что это смешно. Это вообще кайф, просто перестрелка века. Походу я попала в вальт лайк. А потом я походу действительно попала в вальт лайк, потому что мне начали советоваться очень странные скетчи. О, это супер юморные, которые смешные такие прям максимально. Где все ведут себя неестественно, играет смешная музыка на фоне, и очки мои запотевают. Ну это типа на уровне Влада А4 в плане отыгрыша, знаешь, типа. Именно вот, ну юмор такой супер-супер-супер вот детский. А вы о чем подумали? Я киношки, я бы бр-бр-бр-бр между ними пукнула. Она так понадеялась. И знаете, мне нравится это бр-бр-бр-бр-бр. Я ни разу не видел в интернете, чтобы кто-то бр вот так писал, типа бр-бр-бр-бр-бр. Я бы, если честно, если вот вне контекста, ну даже с контекстом, даже понимая, под каким видосом это написано, я бы, наверное, не понял, что это значит. Если вот сейчас понял, потому что, ну, очевидно. Но я бы не понял, вот так, если в сухую взял бы, просто прочитал бы под этим видосом, я такой бр-бр-бр-бр-бр. Что значит бр-бр-бр? Я бы не понял, что это именно это имеется в виду. Ни разу в интернете не видел такой интерпретации. Вот, да, этот скетч действительно очень сильно разлетелся, и он заполонил весь лайк. О май!
лайфхак, как сломать ноги и не пойти в школу. Может... Ебать лайфхак. Не надо, а то я завидую, потому что я на шпагат садиться не умею. Еще один тренд, который активно гуляет по лайку, где... Во-первых, мне интересно, кто в наше время так охлаждается. Обычно, когда тебе жарко, там это, ну, рукава... Можно вентилятор себе купить такой, на шейный. Он будет тебе дуть, и ты будешь охлаждаться. Прикольная, кстати, тема. Стирают или шапочки снимают. Но другой вопрос, а зачем они это делают зимой? Наверное, съемка контента... А зачем они это снимают? Лайки очень сильно повышают температуру тела, потому что там на фоне все гуляют в пуховичках теплых, в бюшончиках, а этим ребятам жарко даже в легких толстовках. У других ребят вообще какая-то драма произошла. То этот мужчина снимал тренд с одной девушкой, и к нему подошла темная девушка с каре. Вот это тот тип контента, который я, опять же, никогда не понимаю. Это как вот с танцами и с липсинком, или как он там называется. Это вот тот тип контента, который я никогда, наверное, не пойму. Просто был рожден без понимания этого сразу, изначально. Точка отсчета была без. Я никогда не понимал. Это всегда было, это всегда будет, это всегда есть. Я никогда не понимал вот этого. Вот этих, ну, типа, вот конкретная категория вот такого контента. Видимо, это даже не... Ну, это есть везде. Это есть в ТикТоках, в лайке, очевидно. Везде есть подобный контент. А уже в следующем ролике он идет с той самой девушкой с каре. И пусть его гладит кто-то еще. Неужели это бесконечный луп, из которого нельзя выбраться? Это за луп. Какая молодец! Вот когда ты делаешь какое-то дело, надо обязательно его делать с душой и выкладываться на все 100. Когда выкидываешь мусор, не просто вот так протяни ручку и кинь, а залезь и убедись, что все попало именно туда, куда... Сам в мешок залезь, почувствуй себя мусором, потом уже будешь с пониманием того, как себя чувствует мешок мусора, кидать мусор аккуратно в мусорку, а не швырять, как мразь последняя. Прочувствуешь на себе, что значит быть мусором. Мешком с говном. А надо. Ну, я в жизни... Ну, не с говном. Я надеюсь, вы не выкидываете мусор. Типа у вас... Ну, не буквально мешок с говном, если что. И всегда так и поступаю. Ой, сколько она скетчиков-то вставила, в этот раз? До этого вообще не было. Решила разнообразить. Офигеть, это кухня такая большая. А, это типа, это как студия, похоже. Похоже на студию, типа, двухэтажную. Как будто бы. Ну, прикольно выглядит. Кайф. Боже, остановись, ты же всю ее выпьешь. Жесть, он выпил, ему понравилось. Теперь она будет пить его. Мне потребовалось очень много раз пересмотреть это видео, чтобы понять, что тут происходит. Что там происходит? Сначала я думала, что он из нее высасывает все соки. А только потом я поняла, что он, оказывается, ее надувает. Так подожди. Это не метафора, на абьюзивные отношения. Он высасывает из нее все соки. А она высасывает из него. Это социальная реклама. Какая-нибудь такая хуйня. Бывает. Вот бы и в жизни все реально так надувает? Просто было. Захотел покушать, ну подошел. Надувает? Не понял, а что он надувает-то? Что там надувать? И все, приятного. Она ж не надулась в итоге, в чем смысл? Пяти-то? Или там захотел? Когда ты надуваешь вещи, они должны надуваться, блять. Она не надулась. Хотел вырасти. Подожди, она надулась, типа, надулась. Да нет, ну ты, я уже дурость какую-то придумал. Я закладываю в это больше смысла, чем там должно есть и быть. Должно есть и быть, запомни. И ты прямо это, растешь как такой шарик. Дай конфетку. Фу, блядь, хпу. Дай водички. Хпу. Лео, а можешь поделиться бананом? Тут должна быть сцена из Эйс Вентуры. На, жри, подавись, сука, последний банан был. Так, детский контент. Кстати. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты что, стул, блядь? Ты что, табуретка, нахуй?
Пожалуй, с меня сегодня хватит лайки. Что это было? Лайки. Можно снимать. Так, ну, на самом деле, справедливости ради, в этот раз называется, конечно, лайки от меня детства 4, но тут детства детей было не так много. Они были, но было как будто больше вообще взрослых. Девушки, лайки меня все еще не перестают удивлять. Если вы хотите... Так, а я все еще, ребята, не придумал название ролику, который отдельный. Вот, говорил о том, чтобы сделать, да, про лайки, самому, так сказать, погрузиться, посмотреть, зайти, да что ж там такое говно происходит-то на самом деле, оценить вместе с вами, сделать вот такой вот тоже выпуск реакта на тему, скажем так, не на какой-то видос с Ютуба, а на тему, в данном случае, на тему, что же за хуйня там в лайке происходит, и посмотреть собственными глазами, оценить, так сказать, обстановочку, ситуацию в целом. Если все еще нравится эта мысль, прокомментируйте, скажите, что вы думаете, потому что я не знаю, пока... Я в процессе созревания. Вот. Но название пока не придумал. Если есть какие-то идеи, тоже можете предложить. Ссылочка на оригинал внизу. С тебя пальчик, комментарий. Подпишись на канал, конечно же, чтобы ничего не пропускать. Также ссылочка на Телеграм внизу. Обязательно вступи туда. Туда много чего. Там информация про ролики. Какие-то информации про стримцы. Что-то дублируется с того, что выходит здесь, а не здесь и вообще. Кто-то вон артики красивые рисует, тоже туда попадает. Много чего прикольного. И ссылочка на Boosty, где выходят реакты на тот контент, которого нет на Ютубе. Это анимешки, сериалы, фильмы и все такое. Тоже много всего. Заходи, смотри, кайфуй. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.